Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в город Дзержинск, в Николо-Гурьевский монастырь. Надеюсь, вам понравится моя экскурсия. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Ну что, друзья, входим внутрь монастыря. Тут очень красиво, я здесь уже второй раз. Это колокольня. Красивая, высокая. Ой, лошадка. Ребенок на лошадке катается. На пони. А я не понял, прошлый раз они были или нет. Красиво, да? Так, пойдемте туда, вот в ту сторону. По газонам не ходить, написано. Про монастырь я ничего не знаю. Если хотите какую-то информацию, Google вам в помощь. Сейчас пойдем самым в центр монастыря. Сегодня такая погода, прохладнее, чем вчера. Солнца тоже нету. Но тепло так нормально. Здесь вот живут монахи. Там. Здесь уже второй раз. Первый раз был в прошлом году. Где? Ой, здесь? А я там черную увидел. Ой, рыжий сидит. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди ко мне. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди. Иди. Кс-кс-кс-кс-кс. Не пойдешь. О, не хватит, не хватит. Серый. Кс-кс. Так, пойду я вам покажу. Вон все. Рыжая кошка. И черная. Может, это кот, не знаю. Ой, тут три. Кс-кс-кс-кс-кс. Ой, кисы. Кисы. Вот сидит. Рыжий кот. Так, пойдемте дальше. Ой, вышел. Ну не бойся, не бойся. Бежит быстрее. Бегаем. К своей стае идет. Ну иди. Вон там кошки сидят. Там.
Так, пойдемте дальше. Красота. Так, а вот здесь вот вроде бы их у них школа в этом здании. Сейчас я вам покажу. Здесь вот они вроде бы учатся в этом здании. Да. Вот какая красота. Такая аллея большая вот. Красиво, да? Очень красиво. А здесь можно ходить? Нет. Ой, голуби летают, смотри. О, красиво. Такие белые. Внутри были. Надо будет снять. Угу. Да, самый церковь. Вот еще собор красивый. Сохранение вон есть. Посмотрим сейчас, кто там захоронен. А, здесь не написано, к сожалению. Красота. Такой вот красивый монастырь. Очень тихо. Отдыхаешь здесь всем телом и душой. Ветер сегодня все же есть, немножко ветер. А вот еще здесь вот такой вот небольшой соборчик. Какие-то камни. Дети играют на камнях. Мне тоже походить что? Не буду, упаду сейчас. Много не буду разговаривать, потому что я не знаю в храме ничего. Просто приехал отдохнуть, погулять и вам показать это красивое место. Вы просто смотрите, ставьте лайки, комментируйте. Здесь тоже вот какая-то вот церквушка. Это вот тоже церковь. Старая. Вот. Здесь тоже с этой точки красиво получается вид. Пойдемте дальше, друзья. Так, там кто-то
захороним. Игумен Антоний Бочков, 1803-1872 год. Здесь похоронен. Наверное, батюшка. Вот сделал такой вот круг. Сейчас зайду в церковь. Внутри тоже поснимаю немножечко. Здесь столько много кошек. Здесь вообще столько много живности различной. Утки, лебеди. Очень много кошек. Вася, Вася, Вася. Ты что делаешь? Ты что делаешь, Вася? Ты хороший такой, хороший. Вася. Потому что его Вася звать. Ну? Молодой кот. Вася. Маленький. Вася? Тебя Вася звать? Вася. Серый. Серый-белый Вася. Предложи покушать. Кушать будет, кушать. Молодой кот. Молодой, да. А хлеб? Сфотографировался, я сейчас пару фотографий сделал. Продолжаю дальше снимать. Тут все, конечно, не покажешь. Нужно вам самим приезжать сюда, чтобы все посмотреть. Так, друзья, вот, сейчас вот мы... Так, друзья, сейчас мы пойдем... В церковь саму внутрь. Я вам сейчас тоже там все засниму, покажу. Сейчас вот, друзья, в этот собор будем входить. Какой красивый, такой большой. А это вот соседний мап, поменьше. Этот поменьше рядышком стоит. А мы будем заходить в большой. Это вот колокольня. Красиво
что, друзья, мы вышли уже из храма. Очень красиво внутри все. А сюда мы тоже будем заходить или нет? Вот сюда будем заходить, маленький. Да не заходят. Не заходят? Нет, дверь закрыта. А. Ну ладно, пойдем дальше. Друзья, идем перекусить трапезную. А, купил, значит, гречку, рыбу, оливье и пирожки с повидлом, шоколадом. И чай сейчас принесу. Буду кушать.